Прокуратура Центрального района Читы вынесла представление на имя директора ресурсного центра развития некоммерческих организаций Забайкальского края Натальи Макаровой о возврате в бюджет региона 413 тысяч рублей, потраченных не по назначению. По данным ведомства, нарушение выявила администрация губернатора. По бюджетному законодательству ресурсный центр должен был возвратить в бюджет деньги до 25 декабря прошлого года, чего не сделал. Прокуратура в представлении обязала руководство вернуть деньги в бюджет. Глава центра НКО Наталья Макарова в 2020 году, также, напомним, не предоставила сведения о своих доходах и доходах своей семьи вовремя. По этому факту прокуратура проводила проверку, за это Макаровой объявлен выговор.